Во время прямой линии губернатора региона Константина Сумара с жителями Брещины телефон не умолкал ни на минуту. За полтора часа глава областной вертикали ответил почти на 30 вопросов, касающихся проблем ремонта домов и благоустройства дворовых территорий, электрификации квартир и переселения семей из ветхого жилья. Но львиную долю обращений граждан в этот раз занимали вопросы кредитования жилищного строительства. Не зря люди сейчас и звонят, и я считаю, что они правильно поднимают эту тему. И в какой-то степени эти проблемы мы поднимали уже в правительстве несколько раз. И я думаю, что правительство примет решение об увеличении лимита по строительству. Потому что на этот год нам выделен лимит 280 миллиардов по году. И мы практически уже почти 98% освоили. И, конечно же, на оставшиеся по второе полгодие надо обязательно, чтобы правительство выделило дополнительный лимит для выделения вот кредитных ресурсов тем людям, которые строят свое личное жилье, в том числе и наши льготники. И я думаю, что эту тему мы будем потихонечку разрешать. Из порядка 30 вопросов, поступивших напрямую в телефонную линию, не было ни одного, который относился бы к группе глобальных и масштабных. Этот факт означает, что серьезных недоработок со стороны руководителей на местах становится все меньше. Вопросы, требующие обстоятельного подхода к их разрешению, областной исполнительный комитет будет держать на контроле. Проблемы были все, которые поставились, вот, они житейские, они важны для людей, в том числе для нас, как для власти. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь им их разрешить. Многие дозвонившиеся выражали слова признательности за уже проделанную работу. Благодаря вниманию руководства области их проблемы перешли в разряд решенных. Это еще одно доказательство эффективности подобной практики работы с обращениями граждан.